сейчас сделаем костерчик. Сладкий, все, спи, маленький. Нюху мы твою исправляем. Мы вот костерище наши. Синички освоились, они уже нам тут лепшие друзья. Ой, ладно, синички, все? Зорко позеваем. Все. Нет, Коля, не туда. Давай по тропинке. Да, вот здесь. Ну, пойдем, пойдем, да? Мы же бухара ура, конечно, но мы еще нормально. Бухара. Я Юрику пожертвовала свою катушечку, потому что его катушка накрылась. Мы почти целый час возились, чтобы восстановить ее, но не получилось. Мы пошли рыбачить. Мальчики обещали мне все давать свои спиннинги, чтобы рыбачить. Я их по этой тропиночке погнала к озеру, на котором должно быть много рыбы. Много-много. 4 утра. Мама дорогая, мы еще не спали. Мы еще пьем. Ну, ребятки, интересные такие. Я их всех люблю. Юра, что-то поймал! Я поймал! Кого-то поймал он! Кого? Щучка. Щучка. Большая? Маленькая. Маленький щуреночек. Давай. Щуреночек. Он ничего. Ну да, щуреночек. Маленький. Такой сладкий. Сейчас я его... Ой-ой-ой, трепыхается. Так ты ему там больно делаешь. Нет? Что? Поймал. Щуку или щуренка? Щучка хорошая. Берем, да? Берем, укупаем. Да, берем. У нас Вовчик? Я не знаю кого, но по-моему окуня точно. Давай, надо окушочек! Бля, он как хороший окушочек-то. Хороший окушочек, да? Мама дорогая, сейчас, да. Хороший. Добрый. Ой, он в коптилку-то у нас влезет. Олечка, на твою, смотри. Угу, бля, все для тебя, но ловит для меня. На мою катушку, все для меня ловит. Как будто для тебя. Так, братцы, еще вот одного такого, и все, я больше до вас докапываться не буду. Я буду накормлена. Коля. Да? Ага. Слушай, на поверхность не выходит, и трещотка работает. До этого не работает. А где она? Так ты вытаскивай ее. Сейчас, подожди. И что, ее долго? Час гонять будет? Во. Я вижу. Во. Щучка-то хорошая, мама дорогая, больше чем была. Во. До этого. Во. Как она играет. Да, небольшая, конечно. Маленькая, да? Да. Ну как маленькая, такие же, как и до этого поймали. Ножницы у вас. Сколько? Коля еще тот партизан, блин, а? Он взял, поймал окуня и молча его тянет.
Марина, опять щуку поймали, опять отпустили. Молодцы. Опс. Классно порыбачили. Пока я окуня чистил, Юра еще щуку поймал. И я ее отпустил. Ему назло. Молодец, молодец. Вот они, окушечки безголовые уже. Мы как их сожрем, блин, вкуснейшие. Вкусные. Тазик намыл. Коля. На, что тут? Все. Не, ну это природа. Ну это да, ж не грязь. Да. Природа. Это нормально, она же потушится, да, что все приятно. Угу. С травкой. Угу. Она еще утром помоется, да, маленько. Угу. А что, смывать соль было? Да, да, соль-то смыть, да. Угу. Как 25 минут первого, 21 число. Все проснулись. Вот уже окунечков замутили, которых поймали на рассвете. Червячка заморили. Юрий Иванович, он готов все ложки облизать. Червячка заморили, теперь можно и перекусить. Санька еще свою ему подсовывает. Вот. Таким бы хлебалом да мед хавать. Вот. Мы ждем вот этих окуней. Кто сделает сказку нам? Саша, не зуб ногой. Ухаживаю. За гостями ухаживаю. Так, конечно, запах не передать. А вкус тем более. Та-т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 а-
Врет собаки мои. Ага. Да он там. Четырех щук тянешь, да? А? Четырех щук? Ага. О!